Тож жителі Слов'янська не мають однозначної думки щодо розвитку подій в подальшому. Що проведення ВЦА думають депутати Слов'янської міської ради, які відтепер не прийматимуть участі в управлінських рішеннях, але формально залишаться в статусі міського депутата до наступних виборів. К сожалению, введение ВЦА случилось, и это не совсем тот путь, который хотелось бы лично мне. Я сторонник вообще развития местного самоуправления. Но, к сожалению, в той ситуации, в которую попал Славянск, учитывая такую блокаду пятимесячную, это не только про бюджет, это про все было. Это было и про комиссии, и про работу полноценную депутатского корпуса. И мы видели противостояния жесткие, которые были, и это логическое завершение вот тому противостоянию. Сколько будет администрация военно-гражданская? Это будет до октября, это будет больше... Пока никому не известно. Кто будет главой ВЦА, также неизвестно. Но я думаю, что все мы должны извлечь из этого урок о том, что за кого мы голосуем, кому мы отдаем, доверяем свой город. Конечно же, наверное, для местного самоуправления было бы лучше, если бы была мажоритарка. Мы выбирали просто бы уважаемых людей, которых мы знаем за какие-то полезные дела для города. Да? И тогда иногородние не попадали бы сюда. Мы прекрасно понимаем, что их не очень интересует город. Їх інтересує політика. Чим менше буде політики в місті, тим швидше буде наш місто розвиватися. Це моя власна позиція. Вся повнота власті і майбутнє жителі нашого міста та Слов'янська буде сконцентрована в одних руках. В руках чоловіка, назначеного і контролюємого Києвом. Хочу сказати, що на сьогодні законних і об'єктивних оснований і причин для цього немає. Что происходит узурпация власти, что происходит наступление на местное самоуправление. И это является очень опасным прецедентом, так как в Славянске на сегодня не было никаких условий и угроз для безопасности жителей нашего города. Не было терроризма, хотя сегодняшний факт, можно констатировать как политический терроризм. Да? У нас были проведены демократические выборы, законным путем был выбран городской голова, был выбран депутатский корпус, и никаких прецедентов для этого не было. Рішення про створення ВЦА у Слов'янську прокоментували деякі народні депутати України. Зокрема, свою думку щодо цього висловила Наталія Королевська. Сьогодні возвращать, так сказать, воєнний режим в город, приводить туда людей в погонах к руководству города, ну, я считаю, это недопустимо. И, конечно, мы будем обращаться в суд, апеллировать к тому, что указ президента он антиконституционный, абсолютно не соответствует никакой норме закона. То, что в Славянске должна быть нормальная власть. И мы готовы пойти на выборы и выбрать нового мэра, сформировать новый совет при необходимости для того, чтобы... В городе была нормальная, полностью эффективная система местного самоуправления. В Славянске много проблем, для этого нужно объединяться, действовать и принимать решения, которые были направлены на нормальную жизнь в городе. Тож, створення ВЦА у Слов'янську – питання вирішене. Але хто її очолить, поки що невідомо. Більшість наших спікерів сходяться в тому, що такий стан триватиме недовго.